Неужели для него тоже она окажется неважной? Не хотелось бы. Тренер весь напряжен. А вот Хольцдеппе берет. И вот сейчас Рено. Как я боюсь за Рено. Он, судя по всему, уже перенес. Потому что он не прыгает. Мы это видим. И понятно, что он должен был так поступить. Он наверняка перенес все на 6 метров, когда не взял 5.90 с первой попытки. Но зато Рафаэль берет. И два человека. Он сейчас на второй позиции. Да. Вслед за канадцем. И хороший прыжок в хорошем стиле. Лучший результат в этом сезоне показывает Хольцдеппе. Это серьезно. Все-таки звание чемпиона мира, оно так подстегивает. Молодец. Очень красивые получаются соревнования. А у Рено трудное положение. Неужели для него тоже она окажется неважный? Не хотелось бы. Тренер весь напряжен. А вот Хольцдеппе берет. И вот сейчас Рено. Как я боюсь за Рено. Он, судя по всему, уже перенес. Потому что он не прыгает. Мы это видим. И понятно, что он должен был так поступить. Он наверняка перенес все на 6 метров, когда не взял 5.90 с первой попытки. Но зато Рафаэль берет. И два человека. Он сейчас на второй позиции. Да. Вслед за канадцем. И хороший прыжок в хорошем стиле. Лучший результат в этом сезоне показывает Хольцдеппе. Это серьезно. Все-таки звание чемпиона мира, оно так подстегивает. Молодец. Очень красивые получаются соревнования. А у Рено трудное положение.